Кто первый умрет, тот кто будет? Лох. Да, ну блин, ты, даже, блин. Ладно, я согласен, я согласен. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Манифест, Пингвинус, Ампер, Чебузаврик, Пика, Гусь, Мистер Черри. Пацаны, скажите веселое слово. Привет. Нам здорово. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня мы играем на карте Закулисье и будем убегать от радужных друзей. Радужными друзьями будут управлять настоящие игроки, поэтому будет очень весело и круто. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк и написать крутой комментарий. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 5. 4, 3, 2, 1. Выживалочка началась. Мы только что сделали тесты. Он убивает где-то на расстоянии 3-4 метров. И карта, кстати, очень большая. Так, все, я так стою, чтобы видеть его со всех сторон. Я вон он, вижу, 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 бежит. Кто первый умрет, тот кто будет? Лох. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Кстати, хочу сказать еще один большой минус, но когда бьет, ему надо останавливаться. Поэтому надо бить немножко на опережение. И еще один большой плюс в этом ролике, потому что в конце ролика будет очень много радужных друзей и один выживший. Поэтому досмотрите ролик до конца, и последний выживший сможет использовать оружие. Дима, оно бежит. Дима, беги. Я вижу. Да не, он далеко. Я все контролирую. Сзади меня только что бежал. Обязательно ставьте лайк, потому что канал требует вашей поддержки. Убил кого-то, нет? Нет, 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 нет. Я не убегаю. Так, смотрим, смотрим. Вижу, вижу, вот он, а то не он бежит. Так, нет, пацаны, нет. Будьте внимательны. Я от него убегал, Дим, привет. Я представляю, когда будет много этих всех радужных друзей. Нет. А, да, ну блин, ты, даже, блин. Ладно, я согласен, я согласен. Блин, да ну ё-моё. Ладно, ставлю себе монстра этого. Ну блин. Да как ты так убил меня? Я же вроде как бы наполовину наигранный. Я сзади монстра. Так, отлично. Ладно, ладно, я поддался. Да ладно, я не поддавался, я не ожидал, что он меня убьет. Я намного быстрее игроков бегаю. Еще одного убил? Да. Меня. Ай, ты смотри, еще бы чуть-чуть бы и по жопе ногой дал. Ой, рукой. И, блин, так хочется он его мне ударить. Укусил, он мне. Ай, то ты смотри, надо на опережение бить. Сейчас мы, ребятушки, это все сделаем. Есть. Блин, классно, классно. Нас уже сколько? Трое? Четверо? Ой. Так, обязательно, ребята, кто останется последний, может использовать оружие. Я знаю, что этих монстров мало жизни, поэтому у него есть все шансы нас гасить. Блин, эти, знаете, очень запутанная карта. Я сзади монстра бежу. Так, я знаю, сейчас он тут выбежит, мы его сейчас замочим, смотрите. А нет. Вот, вижу, вижу, вижу. Си-Джей! Си-Джей! Си-Джеевич! Эй! Дима, мы тут, мы тут. Отлично, отлично. Ребята, я думал, что будет намного тяжелее, но оказывается, что очень легко. Этот монстр, он маленький, но такой маневренный. Вижу, 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 да. Гонщик нелегальный. А кто за мной? Профессиональный. Извини, я тебя убил два раза, просто так хотелось. Кто остался после? А еще не. Есть, еще одного убил. Так, ну что, кто остался в живых? А, я еще. Так, значит, нет, еще. Я тебя уже убивал. И я убивал его. Не, не убивал, но вроде видел, как кто-то убивал. Так, 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 отлично. Не обязательно смотрите, что послался последний и смог нас мочить. Я хочу именно, знаете, такую жесткую перестрелку сделать. Так, вижу, вижу, вижу зайца. Баксбани, а ну стой. Дима, я за тебя, ну ладно, я уже убежал в другую сторону. Я его догоню, кстати, я очень быстро бегаю. Ну ты... Рифтунец Иванович, иди сюда. А, Дима, я тебя заскамил, я убежал. Я беру монстра, не убивайся. Да я просто, знаешь, так увлекся сильно. Я тебе помог. Аккуратно. Так, отлично, отлично. Где вот надо это у нас закрыть. Скорость. Ну что, кто остался в живых? Я. Пингвинус, я и Чебузаврик. Ого, мы вроде вас убили столько раз и еще столько живых. Нет, не понял. Нет. Тихо, нас зажимают. Вижу, 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 вижу. Давай, 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 давай. Окружаем, окружаем этого доктора, ученого с SCP. Я
вообще-то SCP, это излучатель, да. А мы сейчас тебе SCP и излучателя, знаешь, что с тебя сделаем? Излучателя. Не надо. Это мы его имена... Ах ты, зараза, хотел тебе угадать. Вижу, вижу, пацаны, будьте внимательны. Это очень наигранный игрок. Я 700 часов с тобой играю, ой. Так, я вижу, я вижу. Да блин, а где ты? Вот это мы тут все бегаем, вот это веселье. Кстати, тут можно реально зашкериться где-то, да, и посидеть даже. Я его видел. Я его тоже вижу. Ну, в углу. Догоняю, догоняю. Не надо стрелять, у него все равно много жизни. Эй, хватит, блин, бегать боком. А кто морщит? Я хочу, чтобы ты подрифтил, Дим. Я дрифчу, а дрифчу, я прям сзади тебя сейчас ударю. Ай, блин, надо было видеть заранее. Ай-яй-яй-яй, прикольно, прикольно. Так, иди сюда. А кто Монти? О, этот... Эй, жопоглиз. Я уходи за мной. Ты один остался или нет? Я не знаю. Нет, я еще остался. Так, двое игроков. Сейчас мы только убиваем и все. Мы дадим тебе 20 секунд для того, чтобы ты оружие мог выбрать себе. Осталось двое игроков. Один из них сейчас должен пострадать. Так, Пингвинус, какой у тебя скин? Он Рик. А что я не вижу этого с Рика? Он тоже доктор, как и я. А, доктор? Только Рик. Рипси не хватает. Ребята, кто видел мультик Рик и Морти, напишите в комментариях. Я видел. И мы будем знать, что вы же такие крутые, как и мы. Потому что я этот мультик пересматривал даже много раз. Да блин, я хочу его ударить, он не дает это сделать. Хорошо наиграны, да, пацаны? Хорошо. Так, давайте вы... Убили? Нет, не убили! Нет. Не убили! Блин, еще чуть-чуть! Давайте, включаем всю свою мощь! Господи, вы че? Я беру 2 минуты! Так... Я не вижу этого, Морти, о, Рика! Иди сюда, пуп! Иди уже! Так... Да смотри, какой хороший! Рик через всю карту перепрыгивает. Ничего страшного. Пережить. О, вот это толпа за ним, смотрите. Иди сюда, мы тебя должны наказать. Ты чё, смотрите, какой хороший стрибунец. Ты, Кузнец Иванович. Ну ты смотри, как мы... Да как мы не ударили его? 1000 человек в секунду бьет. Так, давай. Ну, всё, я есть. Я успел убить. Так, ну что, Пингвинус остался один. Выбирай оружие, тебе дается 20 секунд. 3, 2, 1. Мы все против одного человека, который может использовать оружие. Сразу скажу, у радужных друзей очень мало жизни, поэтому убивать их будет очень просто. А вы видите его вообще? А ну инфу дайте. Уже, мы вдвоем... Я впереди. Перди? Впереди, видимо. Вижу. Это оружие, мне кажется, ему, пацаны, не поможет, да? Мы его и так загадим. Ну иди сюда. Эй! У него даже нет времени по нам стрелять. Эй, мы тебя сейчас знаешь, куда пушку эту засунем? Угадай. Я уже знаю. Карман. Правильно. Все. Давай. Блин, там вот это буксуем на поворотах. Дрифтунцы. Давайте прям вблизи к нему притык и убивайте. Так, обходим со спины. Давай. Вот он вот. Как? Ну это блин, ну зараза, а. Мы его убьем, чтоб мы не убили. Вот это толпа бегает, такие жучки именно. Есть! 3, 2, 1. Раунд, когда я один против всех. Но оружку использовать нельзя. Поэтому посмотрим, сколько я продержусь. А ты меня не убьешь так. Рассказывай. А я бегаю. Я запомнил, как бегал в Васаби, поэтому я буду использовать его тактику. Тактику кусок говна называется. Я тебя за это сейчас съем, я рядом с тобой. Нет, ты не сможешь этого сделать, потому что я профессиональный полуигрок. А я дрифтить умею зато. Смотрите, как ребятушки, я красиво играю. Эй, отвяжись от меня, подлец, это... А! Да ё-моё, ну блин, ну молодец. Давай тот, кто убил, теперь ты будешь один выживать. 3, 2, 1. Теперь мы должны убить еще одного. Посмотрим, сколько он продержится, дольше, чем я или нет, мне даже интересно. Так, а где он? Я его потерял. Дима, обернись и улыбнись. Не надо. А где ты? На спины жопой стоишь? Так вот, я сзади. Вот, зайчик, он в углу стоял. Он за Бакс Банни, да, играет? Я его вижу, да. Он Банни. Блин, я его не вижу. Блин, карта запутанная, жесть. Да я уже потерял. Она вроде бы и простая. Вот этот придурок, иди сюда. Ну давай, иди сюда, Бакс Банни. Щенок.
Не. Ну давай, давай, пацаны, мы должны его замочить. Чтоб мы не замочили, да мы ж психи. Да вообще меня быстро убили. На БМВ. Давай, 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 догоняй, догоняй, пацаны. Скорость не избавляем. Да, мы же на БМВ. Где он? Я не знаю. Эй, челепиздрик, ты где? Время начинать планскам, я вас всех убежал, ха-ха-ха. Да блин. Ну, тебе это надолго не дастся. А вон. А я понял. Он, знаешь, типа в угол завернул, потом следующий угол и такой ждет. Вон, вон, я вижу двоих. Вон он. О, вот, здорово, он в углу стоит опять. Здравствуйте, ага, друзья мои. Понял, понял, друг наш. Вот, блин. Вот он, вот он, вот он, вот он. Эх ты, блин, зараза, а. Так хочется тебя убить. Я думаю, что он все время направо поворачивает или налево. На самом деле он вперед бежит. Он белый. Блин, опять запутал, смотри, он очень хороший игрок. Да он как я, блин, бегает. Только он больше кружит, чем я. Я просто бежал вперед и поворачивал. Да я тоже поворачивал, но меня убили. А я именно прям прибыхал. Смотрите, он прям лучше меня играет, что ли? Вы опять меня потеряли? Да. Да. Вон один. Давай в том углу, который... Давай, короче, если ты еще продержишься минуту, то ты будешь лучшим игроком за сегодня. Наполовину. Вот он, я его вижу. Потому что против такого движения, ну, реально сложно выживать. Вижу, не теряю из вида. Догоняю. Догоняй, догоняй. Просто знаете, что когда наш персонаж бьет, мы останавливаемся. Это немножко сложновато. Сейчас обманем. Он еще поворачивает, зараза. Тогда. Блин, еще дрифчу я, как на БМВ. А почти. Почти обманул. Тихо, мы с тобой одновременно. Давай, 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 давай. Обманываем. А где он? Я его не вижу. Человечка с палкой. Обманываем его. Надо вот тут встать, и когда я его точно увижу здесь. Так, так, так. Да, почти. Да, почти попал, почти. Я не вижу. Я тоже почти попал, да блин, не получилось. Почему этот монстр состоит из палок? Он не палок. Ну, говна и палок. Вот я его видел здесь где-то. Минута прошла? Минута? Не, только одна секунда прошла. Дима! Да где он? О, хочешь, можешь оружие использовать, помочить нас? Не, я попытаюсь так выжить. Ну это я специально хотел тебя подписать, если бы начал оружие использовать, меня точно замочили бы. Потому что мы бы знали, где. Ну да, это же хитрый план. Ну а, что, давай, короче, мы реально его убить не можем? Давай я тебе конфету стрелять будешь. Вот он, вот он, вот он, вот он, отлично. Отлично, преследуем, преследуем подлеца. А, блин, в угол врезаюсь, постоянно поворачивает резко. Вон он, да ну блин, ну я его вообще чуть бы и ударил. А где он? Так. Ну вот он. Он? А, он тут. Я вижу. А ты там. Он на меду. Он на меду. Реально, он на меду. Вы что? Он хороший игрок, реально. Ну все, минута точно прошла, поэтому реально он затащил. Да, ты хорошо играешь. Прям прекрасно. Ну что, ты готов проиграть? Он умер? Да, я умер. Отлично. Ну все, видишь, ты проиграл. Это было легко. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще.